И всем привет, с вами Джим Рейнер, и мы продолжаем проходить StarCraft 2. Так, ну чё, продолжим с кристаллом играться. Да. Тогда дальше. Хорошо. Страшная правда. Ладно, поставим на базу. Так, ну чё. Ух ты ж. Это мне тут сразу до хера всего дает. Надеюсь, это будет под моим командованием. Спасибо. Эй, Зератол, ты куда? Зерик, хренов, иди сюда, сука. Вот хер. Так, ну чё, гономинералы. Ох ты ж, сколько у меня минералов. Так, ну чё. Так, нам нужно это все дело обеспечить энергией. Ну чё, поставим. Что я немного криво поставил это. Ладно. Так, все, возвращайся. Купим вообще немножко. И давай вот так вот. Да, хорошо, что протосы могут поставить здание, оно само строится. Так, отлично, все, подключили. Так, закажем сталкера. Могущественных хранителей, заточенных где-то неподалеку. Мы должны найти их. Покаюшки. Ну раз есть база, есть и противник. А, вот они. Хули они в какой-то глыбе, да. Так, давай-ка. Газ нам не помешает, особенно когда играем за протоса. Без газа только диоды и пробы. Так, ну чё, закажем еще пробок? А, вот так мило. Сразу блинк прокачанный. Ну и, наверное, ножки для диода тоже прокачаны. Давай куплю диода. Так. Это хорошо. Опа, это что? Сталкер. Привет, Хач. Ах ты хер! Ты что долбишь? Давай, долби. Давай, зелотик. Давай, Шейнзайер. Тут у нас такое имеется. Ну что ж, сейчас экономику вкачаем, немножко войск. Так, тут у нас фотоны. Так, я так понимаю, по Бырику эту миссию не пройти. Так, темное святилище, роба, ну и, собственно, для психов постройка. Так, еще это закажем стало. Сталкеры всегда не помешают. Так, тихо. Да. Все. Трое. Так, экономика почти в норме. Так, вот эти вот.
Опа, опа, это что такое? Хорошо. Типа мост. Ты кто такой? Це дуже недобре, дуже-дуже недобре. Ой-ой-ой-ой. Так, а какие у тебя хп? Нельзя посмотреть? Так, таинственное молчание. Это самое хуже. Блин, нужно поставить... Да, пилон. Ну давай, то сюда поставим. Нам энергия не помешает. И возвращайся. Давай. Так, ну чё, собственно. Я думаю, этого хватит. Так. Так, ты все еще заряжаешься? Угу. Так, ты кто такой? Тюрьма хранителей. Хорошо. Так, урон как у фотонки, а построением чуть больше. И житух немало. Почти как у крейсера. Я думаю, такими силами я его особо не выбью. Тварюка такая. Мар. Мар, иди нахер. Хрен в Мар. Мар. Амар. Так, ладно. Я думаю, вторую казарму надо ставить. Так, и прокачать. Эмблем нельзя. Так. Да, минералов не хватает, я знаю. Так, а теперь хватает. Так, оружие, броня. Что тут у нас тут сталкеры, пилоны. Так, я чувствую, что их кто-то обоссал. О, еще один сталкер. Да, закажи еще одну. Так, сейчас будет бой. Все, пошли. Ох ты как ты пэхнулся, сука. Долби, суку. Ох ты, ты куда? Ты че пилон мой гасишь? А, зато щиты не добил. Вот тварь. Все, получай по щам. Вот так вот. А, то есть ты еще раз придешь? Чё, опять? Да ты ебанутый! Психопат хер! Я только за! Так, прокачай щиты. Так, сейчас пилон достроится, закажу еще сталов. Так. Вот дерьмо. Иди нахер. Распиздяй хрену. Так. Не, ну вроде у него хп не увеличивается, это хорошо. Ну, давай еще немножко закажем. Так, почему бы мне вот эту хрень не захватить? Ну, неплохо она будет. Под моим командованием. Неплохая она будет. Так. Так, сталкеры уже у меня подходят. Так, теперь он по той стороне решил ко мне идти. Распиздяя этакий. Так, наверное, я дилотов не буду качать. И с этой стороны хач пришел. Так, все, пошли, пошли, сейчас с этой стороны подойдет распиздяй. Так, нужно как-то пилон тут установить, чтобы его никто не посек. Вот так, я думаю, норм будет. И возвращайся.
Так, этот распидяй уже почти тут. Ну что, мы готовы. Давай. Долби меня с точка. Завод робототехники. Это строение принесет нам немалую боль. А то. Ой, бля! Он моего сталкера покоцал. Вот сучка. Так, мы его вырубили, это хорошо. И нахер. Заеб уже. Чё опять? А, сталкер. Так, всё, да? О! Имморталы! Другими словами, бессмертные. Угу. Так, хорошо. Так, тут у нас дарки будут. О! Молодцы. Молодцы. Так, 22, а в этих 11. О, прокачалась, кстати, уже у меня эта хрень. Иди нахер. Только до единички можно прокачать. Так неинтересно. Так, Маар не будет. Наново хилиться, это хорошо. Так. Да заткни хлебал. Заеб уже. Пилана, ему, видите ли, не хватает. А пизды тебе хватает, сука. Так, тихо. Так, ну чё, армия уже такая неплохая собирается у меня. И сталкеров, и бессмертных тут уже у меня немало. Так, надо бы, кстати, вот эти хрени подключить. И фотонок понаставлять. То есть, если я уйду со своей армией, а этот придет, хуй. Будет не очень хорошо. Так, у меня такое предчувствие, что как раз когда этот бессмертный достроится, этот фигер будет проходить. Так, а нет, все норм, давай. Сюда пойдешь. Тихо. Все, атакуем. Атакуем пидора. Вот так. Вот так, хорошо. Ой, подолбим. Вот так. О, улучшение. Иди нахер. Заеб уже. Отдайте мне свои члены. Ну, почти угадал. Так, я тут фотонок понаставляю. То как-то мне не влом постоянно ждать, когда этот хер придет. Так, эта ж хрень дает мне очки исследования протосов, если я вот эти фигни подключаю. Это хорошо, это мне нравится. Так, у меня тут и бессмертные уже делаются. Ты заткнись! Так, раскрыть врата не получается. Фигово. Ладно. Теперь пора с этой стороны встать фотонки. Так, деньжата я все просрал на эти фотоны херовы. Еще Маврик. Ебэ, у него же по 500 хп, вот сука. И все же грыдается, тварь. Косожопы. О, хорошо, что он по этой стороне пошел. То он на другой у меня еще не достроены фотонки. Так, сколько у меня их там? 5? Ну и тут тогда я 5 поставлю. Да мне насрать. Ну и давай тут фотон поставим. Да. Пожалуй, тут будет хорошо фотоночки стоять. Так, и... Давай, 140. И... все 150. Ой, как хорошо, когда нет этой пилонной херни. А теперь долби, суку.
Долби, тварь, долби. Ой, как хорошо. Ой, долбим, подолбим. Это что ты делаешь? Вот сука. А, все, пошли. Блин, что же ему надо сделать, чтобы он подох? Тварь такая. А, тут аккуратно. Так, все, пошли. Надеюсь, его никто не посечет. Опа! Что у нас тут стоит? Вот откуда вы еще лазите. А я-то думал. Ай, долби. Долби, долби. Сука, ты опять! Так, вроде бы ничего нового. Скорость у него маленькая, и то хорошо. Ха-ха, пробка воинственная, долбит. Так, ну давай. Так, оно ж... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, вот тут у нас ничего нету. Можно смело ставить, да? Ну то все тогда ставь. Давай. Ну, давай, все. Ну давай немножко этих херов понаставляем. Давай, они мне пригодятся. Так, все, собралась? Собрали все, да? Все, пошли. О, фотонки долбят. Давай, блинкай. Все, готово, отлично. О, психи. Приготовься, благородный воитель. Сегодня мы сразимся с великим злом. Так, хорошо. Бля, пилоны. Так, где мой? Где мой рабочий? Да нет, рабочий. Рабочий, вот все. Да, пилонов понаставляем тут. Я думаю, трех хватит. Иди гуляй, Вася. Так, все, молодца, пробка. Отслужила свою. Не, в Архонтов я, наверное, не буду его переделывать. Так, это у нас уже психи пошли. А, ну я думаю, психов дострою и будем выходить. Еще бессмертных подожду. Я думаю, одного бессмертного подожду. Бессмертная готова. Сейчас и психи достроятся. Стоп, что? Как хрен? А, то я вот так сделаю. Так сказать, ни вашим, ни нашим. Тихо. Фух, я думал, сейчас выдолбит. Во-первых, не ничтожная, а во-вторых, я наслаждаюсь. Все, пошли. Все. Будет
Пошли от такой колбаской. Так, вот тут сгруппируемся. Так, все, пошли. Все, гребем тварю. Только не выключай сейчас мост. Тварюка. Все, го. Давай, давай, дайте всем пройти. Вот так, получай шторм. И тебе шторм достанется. Вот так. Ой, как хорошо штормит. Как тебе пукан штормит, а? А? Так, нам нужно вот это исследовать, на все другое насрать. Давай, резче, резче, резче. Чего, мою базу атакуют? Какого хрена? А, немножко. Все, сосай, сучка. Паук. Великий пожиратель, должно быть, имеется в виду сверхразум землю. Какова была его роль в суперсиле? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум, на нашу природу, на Айю. Так, все отличненько. Ух ты ж, какая заставка. Ладно, поставлю на паузу. Что, даже ролика не будет? Ладно, послушаем новости. Вот что у меня на восьмицу этого уровня. Представляет новый альбом, на котором собраны самые запойные хиты группы. Эта музыка встряхнет галактику. Следите за обновлениями расписания концертов. Следующее шоу может быть на вашей планете. Покупайте билеты во всех театральных кассах. Галактическое турне уже началось. Кстати, вот эта вот хрень L800 и что-то там. Вот на самом деле есть такая группа, только не 800, а 80. И играют в этой группе разработчики StarCraft. Похоже, тебя здорово прошибло то, что показал Протас. Эти воспоминания такие яркие, что я вижу все до последней детали. Я видел гибрид. Странное сверхъестественное существо. Он пытался подчинить себе протовских хранителей. Кто отправил его на закуп? Кто способен контролировать таких, как он? Тот, кто его создал, конечно же. Это был лишь первый из множества. Темный предвестник. Близится время, когда им не будет числа. И звезды содрогнутся от того, что случится. Потом. Ты не можешь знать этого наверняка? Конечно, нет.
я чувствую, что будет так. Обнадежил. Так, в лабораторию. Что у нас тут? Так, есть что-то новенькое? О, выберите проект. Так, ага. Автоматическая добыча успена. О, одновременно 2 КСМ. Это мне пригодится. Это или это? Ну, давай это. Так, все. Мостик. Что у нас на мостике? Так, Хорнер. Возвращение, сэр. Что вы увидели в кристалле на этот раз? У меня что-то в лбу написано. Зератула дня найдены фрагменты пророчеств, какой-то храм или библиотеку. Черт возьми. Главное, что это место было захвачено гибридом зерга и протоса. Вы хотите сказать, это был протос, зараженный вирусом зерга? Нет, это не было похоже на заражение. Скорее, он объединил в себе силу обеих рас. Если эти твари действительно существуют, у нас есть основания для паники. Охереть теперь, что скажешь? Что не так, колбой? Ты какой-то помятый. Даже больше, чем обычно. У меня много всяких сейчас валилось. Ты знаешь, что это? Да, конечно. Знаешь, может, тебе стоит расслабиться и хотя бы раз за 100 лет выспаться нормально? Конечно, мамуля. Уже бегу. Шуткан-пукан. Так, ладно. Ну что ж, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.